Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Спасибо за наблюдение. Всем привет, с вами самый сексуальный стример и ютубер России. Знаете, вот эта охуенная жизнь меня знатно подзаебала. По своей хате в Москва-Сити деньги хожу, разбрасываю каждый день. И, ну, надоело уже просто. Хочу, знаете, спокойных отношений. Но так как я стример, мне нужна красивая девушка. Стримерша. И сегодня мы будем выбирать стримершу. Вот это... давайте, я не смотрела это видео, на секундочку. Давайте поспорим с вами. То, что он мне даст. Что-то наподобие шоу «Дам или не дам». Патрик не разрешил заснять что-то подобное, так что вот, слушайте сами. Вася, че шо, охуел вообще мою рубрику пиздить? Походу, давно отцовского леща не получал. Жду в Сочи, блядь, поговорим нахуй. Поэтому погнали, я понятия не имею, какие будут стримерши, мой оператор будет мне их показывать, а я буду выбирать. Дам, не дам, красивая какая-то старуха. Начинаем. Вам нормально видео по громкости? Вот эти, да? Вот эти все квартиры. Это вот на 1xBet'е так, да, поднимаются? Да. Ебать, блядь. Скажи еще раз. Вот сейчас будем выбирать. Давай начнем. Карины Сычевой. Ну, Боже, это мне кажется, самая красивая стримерша на Твиче. Хотя нет, я не могу всех вспомнить, но Карина очень красивая. Я ей не дам, потому что она очень худая, у нее симпатичное лицо, а мне очень худые не нравятся. Ну, и еще она быдлоска какая-то, по-моему, честно. Да она не быдлоска! Классная девочка! Ты само очарование, девочка. Привет, она матерится на стримах и орет. Еще и в доту играет, пиздец. Она не играет в доту. Аляша, знаешь такую девочку? Знаю. Аляша тоже красивая. Я ее видел на стримфесте, она мне не очень понравилась. Ну, на стримах она, конечно, такая, что хо-хо. Все равно нет, на самом деле. Я не знаю почему, но она мне просто в жизни не понравилась. А ты знаешь, что она говорит про письки и секс на стримах своих? Ну, значит, она пошлая. А еще мне нравится, как она язык вытаскивает. Да, красиво. Покажи, что там у тебя в кармане, не понял. Это ты подготовился? Следующая. Здорово, девочка, Вика Картер. Ёпта! Это Моргенштерн или кто, я не понял. По-моему, она маленько, знаете, широкая. Вот как он может так говорить? Ну, это прям, это по-уебанский инсайз. Инсайз или инсайд, короче, это супер по-уебанский чувак. Вот ты вообще это зря сказал, мне кажется. Так ты же говорил, тебе доски не нравятся. Ну, мне доски не нравятся, широкие тоже не нравятся. Мне что-то среднее. А Вика вообще не толстая. Честно, у меня с Викой просто максимально нейтральное отношение, но она вообще не широкая. Типа, она дефолтная, у нее дефолтная фигура, она не толстая. Ну, честно, вот я вот видела ее в жизни, вот недавно на стримфесте в апреле. Не, знаете, вот чтоб фигурка такая, знаете, хорошенькая. Во-первых, она не формалка. А я этих неформалов, знаете. У нее миллион. Мне кажется, ей было бы лучше без интернета. У нее миллион подписчиков. А что, я всем не дал, что ли, блядь? Его стример через свой пиздец. Следующий выбор для меня был очень тяжелый. Это Тендер Любае. Амина. Как ты скажешь, что ты скажешь про ее фотографии, про ее внешность? Что я могу сказать? Я уже говорил на стримах то, что она очень добрая, гиперактивная и еще. Я не видел ее без маски, кстати. Я могу вам сказать, что у этого человека большое будущее. И с таким голосом она через год станет популярной, как ЛСП или Фараон. Ты будешь покупать билеты на ее концерты? На Аминочке, конечно, схожу. Я ей напишу, ну, Амина, ты мне на концерте билетик-то можно? Я слышал на стримах говорить то, что у Алохи красивые глазки. Я, конечно, извиняюсь, но перед тобой сейчас сидит самый лучший просто стример. Правильно. Причем тут вообще Алоха? Спасибо, Умочка. Нихуя не смешно, то, что вы тут смеетесь, как бы, блядь. Извини, отдыхай, конечно. В комменты пишем хэштег «Алоха, отойди». Алоха, отойди! Сейчас вот, я не знаю, Амина посмотрит этот видос или нет, я приглашаю тебя на свидание. Прогуляться сходить, знаете, куда-нибудь. Убери из кармана презерватив, ей 17. Мне тоже 17, в Российской Федерации закон знаете, вы молодой человек. Ну не на первом свидании, хорошо? Ну, не на первом, не, конечно. Замечательно. Вы чё, охуели, хватит хэштеги кидать в час? Вы чё, охуели? Вы чё, вы не пишите хэштеги в чат, хватит! Капец, вы предатели. Хорошо, переходим к следующей девушке. Ага. Денли. Во-первых, она рыжая.
Это, в принципе, неплохой цвет волос. Блин, у нас такие красивые стримы, что на Твиче, что я не могу никому сказать, что она некрасивая. Лиза, Лиза, Лизочка моя. А у нее есть парень? Йо, я не знаю. У всех стримеров есть парни. Они просто этого не палят, чтобы им донатили больше. Это как бы научный факт. Так что вы там это дрочите, а у них парни есть, которые их ебут. Сильное заявление. Это всего лишь субъективные... Вы что, охуели? Вы можете из чата моего отойти? Вы можете из моего чата просто отойти? Отойти отсюда. Как бы нахуй отойти. Мысли. Мне кажется, то, что она в жизни не такая, как на стримах. Почему? Она в жизни такая же внешне. Мнение сложилось, что немножко она как-то это... Наёбывает, блядь, нас. Наёбывает по-крупному, да. Я так и говорю. Это все лично моё мнение. Не обижайтесь ни в коем случае. Но, в принципе, она симпатичная. Но мне не нравится её лицо. Мне кажется, она какая-то грустная, короче. Давай дальше. Переходим к следующей девочке. Вот. Она стримит... Хардстоун. Боже, какая она милая! Это просто жесть! Какой же она милая! Я понятия не имею, что такое Хардстоун. Я играю только в Counter-Strike и... Она тоже Minecraft. Может в Counter-Strike играть. А, да? Она может? Да. Что, серьезно? Она играет в Counter-Strike по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Это она сама написала так на стрим. Вообще, она играть не умеет. А какой у нее рост, не знаешь? Вот сейчас бы я еще такую информацию находил. 50-50, 5 из 10. Нет, 5 из 10 это мало. Парни, мне кажется, этот парень в меня влюблен. Мне кажется, он всех тут пошлет, кроме меня. Короче, ладно, я не буду говорить да или нет, я скажу то, что ставлю ей 7. Хорошо. Давай посмотрим Лили Минт. Это девушка следующая. А вот это голая фотография? Вот это вот? Да, и предыдущая. Ну, предыдущая голая фотка. Но она не голая. Фигурка, конечно, прекрасная. Она играет в Fortnite. Да, фигура хорошая. Fortnite играет? Да. То есть она умеет строиться? Ты думаешь, кто построил Moscow City? Lily Mind или как это? Lily Mind. Я отвечаю, да. Я бы ей, конечно, присунул. Ебла. Ну и симпатичная, да, симпатичная. Давай посмотрим на следующую. Arena GP. Именует себя Арина. Что тут эти голые фотографии? Не, что они реально фоткаются голые? Парни, можешь мне тоже голый сфоткаться? Я не знаю, можешь мне тоже голый сфотографироваться? Сделать фотографию на пленку. Ну, а кто бы сомневался, что вы скажете гол? Конечно, вам подавай интимные фотокарточки. Ума? Не, мне вообще не нравится. Не нравится? Нет. Вообще не нравится. Знаешь, какой никнейм будет следующим? Кухня. Кухня? Девушка. То которую... есть она умеет готовить? Девушка Юлия готовит. А, Ляшева. Кушает. Ляшева красивая. Кукинг, квакинг. Вот одни голые. Почему они все такие красивые? Фотографии, этот оператор, что вы мне тут подсунули? Мне кажется, все стримерши фоткаются голыми, голыми. Парни, рассекляем! Мне 17. Привет. Оу, щит, у нее еще татуха классная. Ебать, губы! Ну, я люблю естественную красоту, но если это губы не... Это ее губы, она же не качественная, то... Не, все равно нет. Нет? Нет. Она кушать готовит, я еще раз повторю. Никнейм ГТФОБАЕ. Вот. Кто это? Нравится, не нравится? Я шары, к сожалению, не дую. Я... В смысле не дую? Блядь, нахуя этот баллон вчера, блядь, заказывал, блядь? Это баллон с гелием, я шарики надуваю просто. Я, блядь, специально там было написано NO2, блядь, азот. Вырежем это, вырежем. Она и в жизни некрасивая, и на стримах. Все, я говорю нет, блядь, ну, малая была симпатичная, а сейчас уже испортилась. Их, блядь, испортили стримеры девочку. Ни за что, я сифилис не хочу, никакой спит там. Ну, он как-то очень грубый, я не знаю, он супер-супер-пупер грубый, я не знаю. Бабки есть, я видел стрим братишкина. Пиздёж, подделано все, у нее денег, знаешь сколько, блядь. Блядь, нахуй я ей присунул. Знаете что, вот все стримиши, которым я ответил взаимностью и сказал да, смотрите, если я вам нравлюсь, вы отправляете мне в ЛС красное сердечко, если не нравлюсь, черное. А если девушка ничто не отправит? А если ничто не отправит, то это... Как его ВКонтакте зовут? Напишите мне, пожалуйста, в чате. Напишите мне в чате, как его зовут. В чате, как его ВКонтакте зовут? Дима Гринцевич. Дима... Нашла. Дима Гринцевич. Так. Я отправляю ему сердечко, ребят. Я отправляю ему сердечко. Секунду, я ищу просто это сердце. Я просто его очень редко использую. Очень редко я его использую.
Сейчас вам перевернусь зеркально. Ты ЧСВ стример. О, блядь, половина ЧСВ по-любому. Половина ЧСВ, блядь. Парни, черное сердечко в чат с ЧСВ. А я Денли что сказал, нет? Спасибо, умочка солнца. Боже, Диана, она такая красивая. Вот Диана, я видела ее в жизни, чуваки. Боже, все такие красивые. Она что, была в Америке? Прекрасная фотография. У нее очень красивая корейская внешность. Она, точнее, не кореянка, я не знаю. Очень красивая. У нее там смесь какая-то. Она рассказывала как-то на стримах. Но она мне понравилась. Тебе понравилась? Да, она мне понравилась. Да, я отвечаю да. Следующая девушка. Видите, он выбрал нас двоих. А ловите связь, что нас с Дианой связывает визуально. Scream Queen. Ну, конечно, у нее такой четкий бампер, что я, конечно, в шоке с этой. Ёба. А ты можешь, вот посмотри на нее внимательно. Че, вот, чего доебешься, блядь? Вот что не так? Вот что смущает? А как я это объяснить? Вот она вроде бы красивая, да, да. Но она мне не нравится, представляете? Понял. Следующая девочка играет в Dota 2, в Counter-Strike, в хорроры, во всякие инди-игрушки. Это, бля, под водопадом. Булочка. Булочка? Да, Александра Шаяхметова. Некрасивая фигура и еще поза на фотке, вот в водопаде вообще какая-то... Что? Мне кажется, это может задеть некоторых девочек-стримерш, которые посмотрят этот ролик. И девочки-стримерши, которые посмотрят этот ролик, если вы сейчас смотрите меня, то не воспринимайте это всерьез, потому что я была бы безумно зла на него, если бы он, ну, что-то про меня такое сказал в ролике. Вот, ну, то есть... Он мне записал голосовое сообщение. Давайте послушаем. Извиняюсь перед всеми стримершами, кого я обидела. Реально, я очень жестко шучу. Простите. Не знаю, по инструменту это послушали или нет, ну вот. Всем привет, короче. Вот так, ребят. Ну, просто девочек это может очень сильно задеть, даже такие шутки, просто они публичные. Не знаю, меня бы задело, если бы он пошутил как-то над моей внешностью или над моей фигурой. Ну, вот, публично. Именно он, именно в этом ролике. Так это она есть, вот, подожди. Да. Я вторую-то не посмотрел. Но. Не, она какая-то жесткая, знаете. Мне кажется, она ебёт вот-вот. А зачем ты такие слова говоришь? Какие? Ну, то, что она там не очень позировать не умеет. А мне она не нравится, что а мне... А тогда пиздюли, блядь, прилетят, дурак. А, ой-ой-ой. Блин, ну, знаете, неплохая красавица. Не бей, пожалуйста. Следующая Феня. Стримит по большей части PUBG и CSGO. В смысле, следующая Феня? Ты мне Феню подсунул? В смысле, там девушка на фотке. А почему я Феня зовут? Они в жизни очень добрые, еще они классная собачка. Правда, в жизни я ее не видела, но они в жизни такие зайки. Мы с ним увиделись на стримфесте, я их проводила до лаунжа. Ты Феня? Я не знаю. Там было написано Феня, я нажал, там девушка на фотографии была. Блин, ты дурак, это Феня. Я думал, она по приколу, типа, это пакет на голову. Так это девушка или мужик? Это Феня. Извините, у меня какой-то хуёвый, конечно, тут подборщик стримерш. Следующая девочка. Авдич. 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 Ты втираешь мне какую-то дичь. Она странная чисто по поведению, но визуально она, как и все практически стримерши, красивая. Анастасия Авдич. Я считаю, что просто очень мало некрасивых девочек, я их практически никогда не замечаю и не вижу. То есть для меня все девушки красивые. Ева, как тебе? Ну, фотка охуенная, охуевшая фотка, она еще и анимешница, по-моему. Да, она аниме. Она, походу, полная. Полное аниме. Она на стримах очень красиво выглядит. Я, кстати, как-то заходил, когда она в мафию играла. Ей чуть-чуть бы похудеть, и это была бы самая охуенная стримерша, реально красивая. Я извиняюсь, конечно. Это настолько обидно, наверное, звучит, знаешь. Мне потом дизлайки нахуярят стримерши все, блядь, толпой. Может быть, ей столько денег, что она, блядь, кушает. И кушает, а мы с тобой нихуя не едим. Следующая девочка, Наташа Цыпленкова, Бести. Наташа Цыпленкова? Да. У нее в натуре фамилия такая? Ну, Цыпленкова. Не знаешь, что она играет? Майнкрафт. Майнкрафт? Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! А у нее лицо квадратное. И что? Еще они еще какие-то странные. Бомжи-мали, че опять у мамы денег попросил? Ой, спасибо большое, солнышко. Я чекну после стрима, хорошо. Спасибо тебе огромное, Лёня. Спасибо. Спасибо, солнышко. Под щеками. Как бы я не любил снюс, девушка мне не с ним. Следующая девочка. Стоп, Аня. Анна Давыдова. Ума, это что такая? Васу маму я. Что-то знакомое лицо, но я не понимаю, кто это. Она очень взрослая, мне кажется. Ей лет 25.
Мне 17, как бы ей 25, я, конечно, люблю маму трахать, но... Но нет, нет, конечно. Следующая Нелли Рей. Я ее видел, кстати, на стримфесте. Жираф? У нее пластырь на носу был. Наверное, ее пиздит кто-то. Она тоже красивая. А я знаю, кто ее парень. Ее Стинт пиздит каждый день. Стинт, хватит пиздить, нахуй ты. Она уже заебала пластырь менять каждый день. Понял. Мне вообще никто не нравится, по-моему. Я вообще всех нахуй пиздил. Да, блядь, ну бывает, чё. Я так понял, что это, феню я не зря сюда засунул. От моего официального аккаунта. Не, нормально. Да мне кажется, у половины девушек, которые здесь есть, если не у всех есть мужья. Спасибо. Или парни, или кто-то да еще. Да поебать. Они меня еще не видели. Сейчас видос посмотрят, все сразу. Кольца вернут, блядь, на развод подадут детей, блядь, в детдом и к инсайду. Никнейм Смородинова. У нее на Твиче записано Смородинова. Если очень это та, мило. Она маленькая. Боже, почему они все такие красивые? Картавит, но я не знаю, та это стримишь или нет. Ну... Она маленькая, лет 15. Блять, пойдем с тобой выпьем, может быть, по-другому будет делать. Ей 15 лет, я уверен. Кого? Ей 15? Да посмотри, она девочка маленькая. Вижу. Лакрица, Женя Ларина. Кто короче, это? Кто не знает, это стримерша по Warface, нереальная киберспортсменка. Я понимаю, что я просто знаком с этим человеком, а я знаю, что она это посмотрит, поэтому... Да, в любом случае, да. Да, я тоже говорю да. Я вот на Арину Рин, Алина Рин, Женя, Арина Рин, Алина Рин. Она очень красивая, я уже сто раз об этом говорила. Да все стримеры же красивые, я не могу. Давай тебе дальше посмотрим. Тебе ничего не светит, что ты там это? В смысле ебать? Мне ничего не да, светит, моя, блядь? Чё ты тут это? Женя, всё, я блядь, тебя люблю. Луи Виттон, Гуччи, Хуючи, там все, блядь. Ну сразу же, вот этот Ламборджини, блядь, Москва-Сити. У нее татухи охуенные, вы бы видели, чуваки. Я бы Ламборджини, эти татухи облизнул. Рутяша, она вроде бы картавит. А, Рутяша картавит, а та не картавая, я обосрал. Я вот хотел тебе сразу. Я не понимаю, зачем логинов ты тут еще сидишь? Вот я правда не понимаю, типа, если ты ушел, то уходи фулом. Сказать об этом. У него волосы какие-то тонкие. А у тебя она хуй. Она супер странная какая-то. Волосы жизнь. Тонкие? Нет, говорю, ебать. Просто потому что волосы тонкие. Ну купи ей нормальный шампунь, блядь, чтоб потолстели. Я просто парикмахер, блядь. У меня список заканчивается. Последняя Генсуха. Я отвечаю да. Опа! Да. Последняя стримерша Генсуха, мне она. У нее характер охуенный, она пиздец. Своя. Вот я бы с ней, знаете, подружился. Гулять пойдем, она когда своя. Уже. Я, хоть я знаю, что ты не ебешь, кто я такой. Ну ладно. Классная, блядь. Сколько стримов было, посмотрим. Ну, я 5, наверное. О, ебаный, чё?